Я туда. Привычка. У вас привычка. Размечтались. Лично мне стыд. Да ну. Это шутка, шутка. Че там, Ханту, надо еще печеньки, или он на профу все отчаливает? Сейчас прошу. Спросил, тебе еще голда есть? У него 150 косарей, он сказал. Гуляю. Ты еще банкуешь? Ну да, он сказал, типа, вот мне 150 косарей, что-нибудь подбери мне с целках. Я такой, все, я понял, не вопрос. Ну ты ему серых шмоток из ЦЛКХМ накидай. Пускай тоже покупает. Не за дурак. Да, он останется на профана печеньку. Ребят, тотем мой. Хорошо. Кому не нужен проф? Мне. Кирсо. Желательно, милик. Вот, Боливан, отлично. Боливан на меня на Неонекса. Санте у нас главный милик, он поэтому до конца парад. Сантеич так не работает. Сегодня рейд веселый, да? И грустный одновременно. Ну, выйду. Обидно. Да ладно, попиться и выпалит еще. Рыба стоит. Расскажите новеньким. Обойдутся. Я про штормы имела в виду, как мы ходим. Все сориентируется на месте, ничего сложного. Поставь. Сейчас две метки будут просто под кемп. Зеленые и красные. Мы отлетаем в центр всегда. Всегда? Хорошо. Угу. Две метки 3D-шные. Зеленый кэмп, красный кэмп. Больше знать тут не надо. Че там, танки? Кто чего хочет? Войт и босс, как обычно. Кукла. Ничего себе. А мы увидим это протовара в действии вообще? Я удивлен, поражен вообще. Не знаю, что сказать. Я в куплю люблю сидеть. На лече увидите. Восполнение, это же от ретриков идет мана, получается, да? Да. А как она может и выйдется, если ретрик дает? Просто танчит человек с офспеком, а с мейнспеком дедешит как правильно. Я не могу понять, как это такое. Короче говоря, коват на боссе, ярче на пул. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Стопаем. Стопайте, ты чё? 80. Хуевший. Понимаю. Бежались быстрее. Геру даем, нет? Нет. Не вижу. Интересно. Встанешь потом. Вставай. Кладбон Бержену Эна. Моссен и Анекса. Эти бафы умру.
Бля, он и выйдет со зеленым. Да. А все, он накрылся, уходим от него. Идите, клуб. Холли Пал, ну что это такое? Ой, я вовремя влезла. Засака, бля. Лежаный бога-юзер. Сломали, блядь. Раз. Это не мой такие, метку, это сверх такой. Метку, метку, метку. Опять что-то забагали и сломали. Что он с зелёным прибавкой сидит? Всё с ним нормально. А что уже мешает? Так и должен трогать. Так и должен, понял. Он просто определиться не может. Не, на самом деле, как это лажа. Сбегитесь в одну точку, пожалуйста, все. А что происходит там? Рекаст. Ориентируется, говоришь, что новенькие. Что за кривой моб? Что происходит вообще? Какой-то замес. Страшнее. Он настолько кривой, что у меня в сопрот его откидывание ушло. Так много луж, ребята, болот. Пожалуйста. Мы в Венецию играем. Че, ждем красного-то, нет? 37. Я понял, что это Венеция. Гондол иди. На фазу уже его. Пельмени. На самом деле я давно такого не видел. Это вообще какая-то жесть. Ну, а Геру. Как она откатится? Конечно, конечно. Дайте через 10 секунд. 4 шамана отдавай Геру. Не да. Мелкую допей лучше. Что-то как-то криво отлетается. СС по мне. Любой лог быстрее. Леши. РДД, вы перебежали, то вот такой. А да, посередине болота вообще какой-то. Да нормально. Да вообще отлично. Переходите быстрее. Слева от босса, блядь. Потом это ставьте. Не надо стоять вот так вот за спиной. Все в одну кэп встали, блядь. Ну что так? Лужа, 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 вышли. Слева от лужи встань. Правильно, ловите пельмени. Ближе к луже, встаньте. Тупо зерби. Мы тактику ласгардов посмотрели. Ну чё, мы победили болото. Мы просто из ранней килю хэмки готовим. Угу. Я думаю, там примерно такая же ложа будет. Тупо хилы затащили. Блин, я бы сейчас поржал из твоего пояса. Ещё и холипал отъехал. Да, мы без холипала ещё затащили. Пояс — это миф. Холипал съел пельмени. Да, как Лёха любит говорить, импровизация. Зато а мне голову. Еще, а мне бафы еще не дали часть. Например, Фарада, Флакер.
Слакеры. Чего? Дюхем пришел. Видел нашу импровизацию? Говорит, Фарада, красавчик. Вальку. Леха, ты пропустил профа года. И вообще просто все пропустил. Глаза у меня стали большими, когда один убил. Без всяких там стоп ДПС, тут дёрнут. Чего галдите, как чайки? Другие бегают. Какое-то болото. Все по лужам. Как дети плескают. Там нормально. Лёш, как отдыхается? Минет хуёво тянет. Это, Вась, ты был в том рейде, где Ланотель без укусов убили? Не, не помню. А я вот это помню, там то же самое творил. Это было смешно и весело. Чё, лично импровизация? Это когда грызли хилов? Нет, там, да, два хила укусили, потом умерли при пуле те, кто были с укусом, и просто убили босса без укусов. Чё, это Поль, было... на тебе это 4-5, да, я 2-2 один. Окей. Чё, Байрон, Аркус возьмёте? С импровизацией? Нет, я за его аккаунт буду. Уже зашёл. Вот я поднялся, у меня даже ассиста не было. Прохили, наверное, друг. Поменяй меня местами. Тебе на ханта дать? Да можешь на себе пока оставить. Почувствовалась. На полушечке. Которая не снилась твоему отцу. Где тотем на Мелихаст? Ну, правильно, моя школа. Одобряю. Вот так ему и ставь тотемы под босса каждый раз. Красавчик. А чё, нету не просто ДК? Чё, я в ДЦ, да? Подбегаю, значит, такой в мелизону. Ставлю ему тотем в упор. Говорю, где? Я поставлю по центру, там как откатится, ну извините. Эрдруна, Аркус в рейд пустите. Я на аккаунте. Кому не нужен лич? Чего зависит от того, нужен ли кому-то зол? Да, тут вон Байер вышел, и выступать не надо. Как всех наебали. Но он хотел клятву и фалик, я ему сказал, что все занято, он расстроился. А Глора у нас занята, нет? Спросить могу, товарищ. Коника. На Олске хоть кого-нибудь. Томас. А, ему пермач дали за то, что на X3. Ему пермач на все три сервака дали. Ну, конечно, обидно, он там 20 косарей вдунил. Он там написал пост о том, что у них в гильдии в Дискорд залетел какой-то челик, представился админом Сируса и сказал, я вам раздам несколько быстрых стартов и каждому по косарю бонусов, если пойдете на X3. Ну, типа, на самом деле дал быстрый старт, и, а это оказывается каким-то там багом. И просто там куча челиков с X3 получили пермач на все аки. А что, пермач с донатом не снимается? Ну, наверное, снимается, но... Снимается, но не сразу. Коват всем каски. Раньше мне говорили, что... Ну, Мозер, по крайней мере, так себе пермач снимал. Можно забрать дух стаи? Можно поторговаться и за 3 сейчас с скидками на коронавирус. Ну, наверное. Можно дух? Ну, конечно, Фапл, он под меня трансмог сделал, но меня все, весь билд взял. Все узнал, что ему надо. Можно убрать дух стаи и дать инфу? На пул, ручей. Сейчас я с одного из окон выйду.
И... Так. Ну, мне бы тоже обидно было, если мы бы я... Мы начинаем сверху, Вася. Я помню. Потом все прыгаете? Там. Хорошо. Да. Мы в лыжников играем. Джоки по-другому. Тут не кормят или можно дохнуть, как сосуха? Нет, поскольку на дроиде ты потеешь, как умеешь. В смысле? Тут очень низкий левел, нет сапрота и вы жранины. Ну, без сапрота, значит, Мозер, у меня нет ассиста. Возьмите Мозер, он плюсует. Так игру вообще не обязательно там какой-то играл. Коника, запускай. Две кнопки тыкай. Я что? Стоп, сейчас. Т4, значит, щит на Бойда, он с рейдом. Миш, я думаю, у нас пол рейда с усилками в хп. Просто всем в лом лететь и скидывать. Так. На XPB без формы. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Неподходящий я. Извините, перепугал. Ловушка нам тоже поедет. Не вынес конника, я уже так. Ну я вроде успел добежать. Блин, прикольно так уклоняться без ДБМ. Ну это не сложно, я без ДБМ много чего травил. Нет, я просто смотрю, давай, тут давай. Чёрная фигня летит. Третьего полностью потанчу. Жену он тебя пробивает. Я двух первых потанчу. Нон-стопом в тебя заливаем своим. А может два пиня?
Ром, пил. Прям под меня. Центра уйдите. Повесьте СС, Локи, а на меня я походу не достану. Идем теперь. Он не работает, да, больше за медла? Возможно, потому что говорили, что он типа босса замедлял. Бэр, ну, сказано. Смотрю, он Настя, есть Бэр? Да, конечно. Поднимай. 43. 1%. Тебе на край? А сейчас паскер не залетел. Кстати, блин, фишка на будущее. Лужа самым краешком лечат. И сверху поднимаешь. Он быстро упал. Да, че я кричу? Перепрыгнулся, как это? Чё за... Ты бух сорвал? Первый, ребят, сорвал. Ну, все одно, ну, он дух сорвал. Меня кричит. Я так гневный дух. Понял. Написано, что тебя гневный дух убил. Ну, я под лечом лежу, понял? Ну, потому что, когда ты умираешь, ты телепортируешь туда. А, да, да, понял. Хорошо. Дайте ему БР, встанешь после того, как нас затянет в комнату. Не успели. Понял, уже смотрел, да. Да, да, я сейчас там. Налево пойдем. Подбегаем быстро здесь. Пробегаем. Лол. Там хвост большой. Ребят, что-то под леча разлила, как настоящий вагон. Аркус дрожает на глазах. Так, тихо. Оно даже не тикнуло ни разу. Неважно. Это наоборот профессионально, ты когда ты появляешься в толпе, все разбегаются, а если осквернение на тебе, ты остаешься стоять. Просто профессионализм.
Что с дела там? Ну, арку стал только что в два раза дороже. Опять ни разу не тикнуло, ни разу. Ты не шаришь просто. У нас там все что-то тикает, да тикает. Ну, в смысле, осквернение может расти? Оно не растет, значит, никого там не было, я правильно вынесла. Это просто все правильно выбежали. Так, тихо. Вагона забыли спросить, мага одноразового. Телепорт в обрыв, блин. Нет, это не Миша был. А не важно, я уверена, что это Миша играл за этот аккаунт. Это, по-моему, Молдозаров. Не, блин, давайте Молдозаров сюда, блин, не упоминать. Это два раза. Как вообще его взяли в гильдию? Случайно, ошиблись. Очень удивился, когда это увидел. Я удивился, что он до сих пор в гаджете. Глухи. Если в Дискорде, то тебя ключи нет. Мы не ходили. Если кто в Дискорде? Тот, кто пишет не свой. Блин, я была готова выносить в обрыв. Почему не на мне осквернение? Аркуса от этого не подешевеет. Так, тихо. Цену Аркуса не знаешь, начнем с этого. Сколько? Че, вы сегодня били Алара? Без цен. Стрелка хэм у нас. Лехи нету. Вон, расслабляется. Осквернение выносит. Направо пойдем. А что делать, если я налево хочу? Арку стал три раза дороже, только что. В смысле, наоборот, он дешевле должен был стать? Намеки, что ли, не понимаешь? Налево, понимаешь? Вагон, налево. Вагон, налево. Угу. Интонационное пояснение. Самое, что интересно, девочки поняли, а мальчики... Мне надо было причмокнуть еще какую-нибудь эмоцию спру. Сейчас где у меня был макрос нализнуть? Вы чё? Ну нахуй разбежались! Китов. Заметь! Это не я! А кто это был? Кто был? Да пиздец! Ой! Тики, осквернение может кто линкануть последнего? Хотя нет, Войт, у тебя видос пишется? Угу. Вот этот момент засейви, пожалуйста, после рейда. Посмотрим, что там было. Да проще самому сказать. Да не признаются. Не все такие так, честные. Я даже не знаю, на кого бросилась, кстати. Не, было на мне, но там постоянно же по-разному трактуется. Так что лучше посмотрите, там кто разберется. Мы лучше стики посмотреть. Разлилось-то оно как раз нормально. Вот кто там тупил стоял, вот это уже другое дело. Вот я там же. Тьфу, блин, с вами два саппорта пить опять. Не ожидал, да. Еще нет, чтоб на первой комнате, да? Вот именно на последней. Пиздец несусветный. Блять, рыба была, нет? Mm-mm. Поставил.
На пул. Одну секунду. Ну, можно пулить, я не могу просто нажать. Ок. Значит так, все ЦЛК в уделе, сейчас вообще тишина на боссе. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я не могу атаковать эту цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Нет диспела? Почему так? Мосс Берни Ханта. Кабат, освободишься, обновишь каску в хант. Третьего тоже мне оставь.
Я выбрал печеньки. Застаньте ромб. Жунуэн, поднимай Неликс. Бэрю Казума. Да, поднимай. Я первую чешку одну. Да, сдай. У меня на лучше. Направо идем. Thank you.
Налево идем. А боссы, встаньте, не надо так разрозненно стать. Желательно, то есть нет, ботинков больше нет. Женуэн за босса, блядь. Нахуя вы вот так вот рядом стоите, я не понимаю. Потанковать им надо, блядь. А лево идем. Стоим. Ура, налево. Пошли. Сейчас кто вайпнул, там много. Вы преодолели все препятствия. Новые пьяные, блять, в комнате. Это кто из нас тут пьяный, алло? Ну, я в целом не говорю, что я трезвый. Ты еще нормально бежишь. А вот хвостецкий там вообще, блять, по пол рейда ловит. Там, наверное, следовать нажали. Я еще бегал фул щиты, почти умудрялся держать на рейде. Отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Джайна будет обязательно, я сейчас замену сделаю некоторые. Как я и рассчитывал. Да, ДЦ пустишь. Маленького тупого. Бесполезного и беспонтового, да? Да, которая осквернение хуёво выносит. Ну, пойдем бухать, да. С удовольствием. Долорес, ну, не знаю, давай попробуем. Я шугнуть просто решил, когда осквернение на мне. Хуй бы рядом со мной стоит. Ну, ты же понимаешь, что первого купола быть не... Нормально ты, Миша, шугнуть решил. Вокруг тебя целая куча места взял, подошел, прям подведялся. Я на месте стоял, просто право-лево. Короче, делаешь 4 хила, 4 хила, 2 танка. И погнали. 4 хила? Ты про Джайну, что ли, да? Да. А-а-а. Лёшечка, Лёха. Ты насколько пьяненький, чтобы такие теории градить? 4 языка. Пианист.
Да все, Леха уснул, походу. Все понятно, ладно, короче, по старой схеме, как планировали. Но он же не нужен никому, значит, возьмешь. Че, не нужен? Ну, этот лед тьмы или что это там? Квест-айтем. Фантазер, ты меня называла. Элик, что-то у тебя ДПС слабый, блин. 2% с половиной снял только. Кито, кито. А, Неликс? Да, Неликс еще в огне. Когда лично всех убивал, сказал, да, этого можно и оставить. Ну, да там, я смотрю, не только Аркус, там еще и ачивочка. Ну тогда в 5 раз дороже. 18. Это очень старый покупатель мой. Очень старый. Она уже у нас дохуя чего брала. Древний. Все ебало в Аркусах. Этого хранить, ну, как обычно. Мне повезло. Печеньку, чтобы не выкидывать, А-а-а. Можете в нее сунуть. Не уверена, что ей воспользоваться. Не выкинуть, а вкинуть. Всунуть, пожалуйста. Впихнуть.